Эх, сейчас, ребята, буду рассказывать, как за 2 дня стать программистом и получить высокооплачиваемую работу уже с понедельника. Подождите, мне надо сосредоточиться. Итак, ребят, сейчас вы узнаете, действительно главный секрет. Как за 2 дня стать программистом? Ребят, да, может быть, я сейчас большое вступление делаю, но то, что вы услышите, вы просто офигеете. Это вполне реально. Это настолько реально, что, ну просто, я не знаю, у вас работодатели будут стоять под дверью. Даже если вы не скажете адрес, они вас найдут. Понимаете, сейчас вот самую главную мысль выскажу. Итак, за 2 дня стать программистом, тьфу, так это ж легко. Ребят, извините меня, вы что, ебанулись? Ну а как сказать по-другому? Открываю школу. Да, вот смотрим. Вот я давал функции тотально, да, только мы, по сути дела, рассмотрели параметры. 9 часов. Это один пунктик. Один пунктик. Новичок, только 2 дня, если не неделю, будет знакомиться с той же Visual Studio. Откроем сайт Python хотя бы. Представим новичка, открываем документацию. Самое простое, самые простые примеры. Ну, не так много. Но вы знаете, если вы начнете даже их проделывать, вот лично я нашел время, чтобы объяснить толком, практически вот с одной страницы 9 часов объяснений, да, но человек знает тотально. А за 2 суток можно пролистать. Мне к вам вопрос такой. Слушайте, вы живете в доме, вы бы хотели, чтобы тот дом строили люди, которые 2 дня в профессии? Человек учится 5 лет в университете и приходит, у него пустая башка, кроме мусора ничего в голове нету. Ну, его никуда не берут на работу, потому что у него нет опыта, мусор никому не нужен. Да, он приобретет и вольется со временем. Ребят, вы знаете, вот у меня в школе, я не скажу, что много, но люди устроились на работу. Но вот то, что я наблюдал, это происходило, как правило, за 2-3 года упорной работы, и у них было желание и цель. То есть работали, это те, которые написали. Ну вот я ВКонтакте, допустим, вот открываем сообщение. Здравствуйте, Валерий Иванович, за этот год многому научился в вашей школе, накопил знания, попал интерном в местную фирму, которой занимался, сделал там проект на Джанго, плюс стресс, подтянул гид. Но ведь я видел, как человек занимался. Человек изучил Джанго. Это примерно там, пусть где-то уроков 300-400. Человек просто все выгреб. Человек, даже если все это перечислить, то это будет, вы знаете, даже рассказывать это будет больше 2 дней. И где за 3 месяца, ребят, запомните простое правило. То, что программистом может стать каждый, это 100%. Потому что человек от природы программист. То есть вы мыслите уже как программист. Вы можете это проверить, даже доказывать не надо. Понаблюдайте за собой, как вы ведете себя, допустим, в магазине, в который вы зашли и не каждый день ходите. Вы пришли зачем-то и читаете вывеску, если там мне надо колбаса, а тут висит хлеб, значит я пойду направо. То есть if, else и так далее. У вас все это работает, просто вы это никак не называете.
Поэтому, ребят, есть простой совет. Я всегда говорю так, что начни изучать Python каждый день. Вот я давал систему, с чего начать, путеводитель и самое главное подготовка, да, то есть я дам под этим видео всего одно видео, которое после многих лет вот к чему я пришел. Самое главное это что сделать? Наработать систему отработки кода. Она многое включает. Она включает в первую очередь один главный пункт, вокруг которого все крутится. Это работа со справкой. Хороший программист – это человек, умеющий правильно работать со справкой. Но вопрос в том, что вы затратите определенное время, чтобы понимать все эти вещи. И, по сути дела, все это выливается в простых 250 строк кода в день 250 строк кода в день. Вот я рассказал, да? Хотя я рассказывал, вот сейчас покажу. Вот когда-то еще тот же Мурат, да? То есть что самое главное? Главное для себя выработать систему обработки кода. Вот я ее приблизительно давал. Также я ее давал на сайте. По сути дела, если коротко, то смысл очень простой. Пункт номер один. Писать код. Пункт номер два. Комментируйте свой код очень подробно. Если вы не будете комментировать свой код, вроде понимаю, то вы никогда не начнете читать справку. Почему? Потому что вы не будете нарабатывать, как выразить мысль по коду. Постоянно, вот берем, какой бы код ни писали, обязательно находите, вот возьму, например, Django, да, находите все вещи, которые вам неизвестны, да, вы разобрались, найдите обязательно в документации. Посмотрите. Почему? Потому что вы идете от кода. Он вам понятен, и он в контексте. Идете к документации. Вы тогда понимаете, как описывается метод документации. Со временем начнет работать обратное. А вообще со временем вы просто будете смотреть документацию и понимать. И много-много пунктов я рассказал таких. То есть это у вас должна быть система. По сути дела, если у вас нет системы отработки кода, то у вас есть иная система, у каждого. Вот, допустим, недавно, на днях, я просто писал видео, я говорил, что вот родился новый программист Игорь Лисицын, да. Я просто увидел уже, человек уже начал писать свои программы. Во-первых, домашние задания он всегда вносил свое, уже начал писать вот там по API, ну это по Kotlin программы, по Android и... Но это ж прошло уже, я знаю, что пару лет, учитывая, что человек работает, он занимает только свободное время. И при этом знает уже несколько языков. Но опять же, целенаправленность. Я изменил школу сейчас. Я пошел от функций, то есть в большинстве курсов, подавляющем, начинают, в принципе, по Луцу учить, да, там, типы данных, так. А я пошел от функций, потому что этот метод я проверял, в группе, когда еще была у меня старая методика обучения, я в группе направлял ребят именно на функции. Все они начали писать, писать неплохо, кто-то лучше, кто-то хуже, все зависит дальше от человека. Поэтому... И вот здесь в уроках показал, что на самом деле, вот добавлю еще видео, возможно, оно вам не будет очень понятно, если вы не знаете язык, но я показал, что человек, который знает Python, он без труда начинает писать на Kotlin, и тоже будет на GC. То есть, если на Python мы затратили 8 часов, на Kotlin мы уже затратили всего час разобрать то же самое. И при этом показал, что...
Что происходит? Происходит, что отделяются вещи, которые присущи программированию, от конкретного языка. По сути дела, язык не имеет значения. И при этом изучение нескольких языков – это и есть путь успеха. Почему? Потому что начинают работать сравнения. Дам это видео, посмотрите оно. И последнее. Вы, конечно, можете тешить себя надеждой, что там за двое, за трое суток можно учиться работать. Получается, Бусновский действительно тогда дурак. Он нашел 8 часов рассказывать про один фрагмент, а если язык, то это вообще будет намного дольше, да. Но, тем не менее, я остаюсь только на своей позиции и говорю, что так, программировать может каждый, не надо ставить себе рамок. Надо просто начать заниматься языком каждый день. С каждым днем у вас будет происходить следующее. Ключевые понятия, которые нужны, они будут у вас накапливаться. Эти ключевые понятия, например, я очень хорошо это понял, через 11 лет жалко, что понял, да, обучение, потому что я уже не один курс, я уже десятки курсов, сотни написал, ну, много очень, да, а потом полностью с 2020 года изменил систему обучения и начал, понял простой принцип. Не важно, что есть на сайте, не важно, что есть документация, важно лишь одно, что какой код мы собираемся писать. И по сути дела, начал, как я сказал, с функции, когда мы начинаем четко понимать, что функция, вот если взять три языка, которые мы изучаем, Python, Kotlin, GC, то функция – это то, на чем пишется программа. И если мы берем классы, то в классе метод, там есть только одно отличие, первый аргумент self, вам это, об этом ничего не может не говорить, это в свое время узнаете, но там работают те же принципы функции. Иными словами, изучая функции сразу, да, мы создаем кость. И мы пишем код сразу, а не завтра, не послезавтра. Мы сразу начинаем понимать, как это работает. В результате чего на функции мы можем наращивать мясо. Так как мы начинаем работать в функциях, вот как я показывал в курсах, там с типами данных, то они, у нас не возникает вопрос, когда мы начали с типов данных, там строка и так далее, потому что, ну, то, что мы говорим, слова, описываем какие-то здания, это надо как-то поместить в компьютер, да, это помещается при помощи, как правило, встроенных типов данных, которые имеют определенные названия. В Python это список, где можно разместить там, допустим, по аналогии в списке, в магазин можно написать колбаса, мясо и так далее, то там можно то же самое разместить эти понятия, добавить, удалить и так далее, и вообще намного больше, это только грубые понятия. Так вот, когда мы работаем с функцией, мы начинаем с этими данными работать, мы понимаем, да, вот они нам нужны и знаем зачем. Вот именно этот путь обучения, он дает хороший результат. Но при одном условии, ребят, я его вам уже сказал, у вас должна быть система отработки кода. Тогда я прервал мысль, сейчас ее закончу. Потому что у вас есть система отработки кода, даже если вы новичок. Например, вы это не разобрались, это отложили, это и есть ваша система. И в конце концов вы приходите к чему, если так делаете? Да, вы приходите к тому, что код понимаю, писать не могу. Это результат. А я вам сказал путь проще. Допустим, сейчас в школе я рекомендую, я показал, всего две вещи, да, сначала, начал с двух вещей. Это параметры и вызов функции. Работаем мы в Jupyter. Сейчас открою, просто покажу. Секунду, не ту клавишу нажал. Ну, Linux чудеса творит, да. Работаем мы в Jupyter. Тут
Jupyter Lab. Мы в школе рассматривали, как это сделать все. Это у меня получилось по этому материалу. С кодом, ну, много часов, но все, что мы делали только вокруг двух вещей: это то, что находится в скобках, параметры, и вызов функции, то есть передача аргументов в функцию. То, что на странице Python, да, одной, мы делали 8 часов. Но вот здесь можно сказать тотально, раз и навсегда. И поэтому легко начали работать сразу с Kotlin и с любым языком. Но это 8 часов, только один пунктик, но раз и навсегда. А вот за 2 дня научиться программировать, ребята, извините, здесь я слукавил, я не знаю, как это сделать. Я знаю только одно, что если вы будете каждый день заниматься, то писать код тоже точно будете. Вот и все. И если вы будете иметь, самое главное, это систему отработки кода, которая будет вас выращивать. Это основная задача преподавателя, я считаю, рассказать эту систему. Тогда человек сможет идти, иначе будет тыркаться, пока дойдет до нее сам. Это пройдет года 3-4. Все, спасибо, ребят. Кто хочет в школу и заниматься, не за 2 дня, а спокойно заниматься в своем темпе и в конце концов писать код, у меня пишут все, то сайт spb-tut.ru, получаете доступ, если вам повезет, будет акция, и занимайтесь в своем темпе. Спасибо.